Всем привет! Сегодня я сделаю вот такой новогодний веночек из картона. На картоне нужно нарисовать снежинку и вырезать ее. Если картон не цветной, снежинку нужно раскрасить. Я сделаю снежинку голубой с белыми узорами. Теперь, пока белая акриловая краска не высохла, посыпаем ее блестками. Всего я сделала 10 снежинок двух оттенков. Их, чередуя, нужно приклеить на картонное кольцо. Вот такой веночек получился. А подвесить его можно с помощью белой ленты. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. И большое спасибо всем, кто поддерживает канал хорошими комментариями и лайками. До встречи!